Есть так называемые ближние мигранты, которые летят к нам там, из Индии, скажем, из Западной Европы. Ну, те же гуси, допустим, да, они преодолевают несколько тысяч километров из Западной Европы, там, из Голландии, где они зимуют там, на побережье Германии. Вот, это вот такое расстояние. Дальние мигранты, ну, тот же аист, они, скажем, если они летят из Южной Африки, то это получается там, ну, сколько, может быть, это 5-7 до 10 тысяч километров получается, да, вот они летят, такое расстояние. С учетом того, что они там какие-то огибают моря, там какие-то проливы.